Солнечный кластер. Хорошо. Так, стоп, а как посмотреть задание? А, нет, нет, подожди, не это я хочу. А! Во! Ну, это мы знаем. А это что такое? Круто, кстати. Ну-ка, если вот так сделаем. Нет, спасибо. Так, а это у нас... Круто, все это записывается. Нам сюда, значит. It looks like the docking pod that runs through the solar array is floating at the bottom of the shaft. I don't worry. I can fix this. I'm heading outside to have a look. Mm-hmm. Так. Чёрт. А где это? О. Вот такой вот я экономный еврей. Ладно, шучу. Я просто... Как-то мне жалко немного. В следующий раз будем тратить. Так, хорошо. И что нам надо делать? Так, а что нам надо делать? Что-то я прослушал. Не прослушал, а... Не очень даже понял. Так, глава 7. А, так, вот тут где-то написано. Починить лифт. Хорошо. Хорошо. Так, ну вот эти штуки нам... Они тут мешают, наверное, да? Ой. Так, 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 патрончики. Ого-го, что это такое? Лезвие трубореза. А что, до этого нельзя было их купить? А может где-то пропустил просто. Так, сейчас мы опустимся. Глянем, что тут с ботва у нас. Легко. И все? How do you think he's doing? Can you hear this shit? He's hallucinating, Ellie. It's part of the sickness. Что за звуки? А там ничего больше вкусненького нету? Ну, наверное, нет. Так, а это Сатурн у нас. Круто. Достаточно, да, очень хорошая дальность этого кинезиса. Так, кто там... Нормально. Только расчлененки здесь нету. Так, а нам продать ничего не надо. А, надо сейчас в магаз зайти. Или, а нам, кстати, куда надо? А нам вот сюда. Какого хрена это происходит? Нам надо в магаз зайти. Магазинчик, чтобы... Ой. Чтобы место вот эта вот штука не... Все. Все, зашли. Нормально. Теперь нас освободил с места. Да? Да, еще две ячейки. Сохранятся. Ну ладно, погнали дальше. Там, если что, наверное, контрольные точки есть. Если нас замочат. Так, что, только три человека, да? А вы что, шутите? Тут человек 20 поместится. И то это, и они не будут ученика сидеть. А сколько у нас тут? 19. Мало. Блин, долго, мало, это самое. Хорошо так расходуется. Так, а тут мясо будет по-любому. Во, мегаполис. Куда-то поднимаемся.
что тут будет-то сейчас? Если окно стрельну, меня не высосет. Ладно, неважно. И все? О, хрен, они что, могут залезть сюда? Уйди, мразь, перезаряжаем. Ну че, их убиваем с двух? Ты козел. Где еще? Вот он, да. Да, промахнулся, да? Так. Прошу прощения. Вау-вау-вау, это что такое? Собирай патрончики. Вау! Попадаю. Да ёп, давай. Кислород заканчивается. Офигеть, я на них настрелял. Так, с чем пойдем? Вот с этим давайте. На огнемет. Куда он падает-то, я не вижу. Фу, нормально. Только еще раз. А, вот, под ногами. Оно исчезает, когда я камеру убираю. Так, вот с этими ребятками надо быть. Во! Пипец, классно. Она может взорваться, что ли? Нет? А он нам ничего не сделает больше? Не, он сдулся. Так, чё? Силовой пистолет. А, ну да я знаю, что надо делать. Всё. Этот до сих пор в кинезисе, офигеть. А почему эти-то не влазят? У нас их... У нас всего 11. Офигеть. Просто офигеть. Ну хорошо. Так, ладно, куда нам? Значит, сейчас здесь проверим, чё. Блях ты, муха, вот пипец. Все, хватит дулся. Блях! Фу, блях, ну так. Офигеть, он живой был. О, одна птичечка. Сразу все свободно. Ой, блин, что-то я отвлекся куда-то. Там еще где-то вертик. Ого, что это такое? Птички какие-то. Привет. Сисястая. Не смотри на меня. Здорово. Чувак какой-то. Больше никого здесь нет? Не, нормально.
No smoking, не курить. Я думаю, сами знаете, что тут написано. О, силовой, что это такое, игровой автомат. Там силовые узлы, видимо, выигрывать надо. Так, еще силовых нету? Не, нету. Так, хорошо, силовой пистолетик. Что мы делаем? Можно покупать силовые узлы. Так, вот это вот хрень. Точнее, это не хрень, но мы, нам это не надо, мы ее продаем. Дальше, одну вот такую продаем. Так, а здесь цифры почему-то не работают. Ну, хорошо. Так, тогда давайте... Может, еще одну аптечку помещаем. И патрончики... Можно силовые купить, но давайте попозже. Нам еще потом... Не знаю, можно... Так, ну, а, вот сохранится. Your rig is not authorized to access this area. Please step away from the